легкой атлетике хорошо известен Михаил Кривоносов, рекордсмен Европы в метании молота. Не менее известное имя постоянного соперника Кривоносова, рекордсмена мира Гарольда Конноли. Сегодня впервые после Олимпийских игр они вновь встречаются в соревнованиях. Сейчас вы видите Альберта Кола, второго американского участника этого состязания. 64 метра 94 сантиметра. К метанию готовится советский спортсмен Анатолий Самоцветов. Его молот приземляется на 29 сантиметров ближе. В очередной попытке выступает Михаил Кривоносов. Нет, сегодня броски у него не ладятся. Всего 62,5 метра. Что же покажет Гарольд Конноли? Мощный бросок. 67 метров 28 сантиметров. Гарольду Конноли вручается золотая медаль. Такая же медаль вручена и Таисии Ченчич за победу в прыжках в высоту.